Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, у нас эпическая башня, впереди у нас 4 боя, и против нас будет команда с иммунитетом, и уклоняться даже может этот орнитомимчик, кто это у нас там, галимимчик, в общем-то, и рекомендует нам брать быстрых существ, таких как велоцираптор Дейнахер и существ с обнуляющим эффектом. Ну вот, что я тут как бы так насобирал. Захотелось мне взять, смотрите, как раз у нас есть два Дилоса. Вот есть снятие положительных эффектов, есть еще и нейтрализация, да, с увеличенным уроном, потом есть монолофозавры, ну тоже прикольные, есть тоже снятие положительных эффектов, есть шустрики в виде от Чарли у меня и Дельты, тоже такие вот, есть вот, собственно говоря, сам Дейнахер, ну и тут затесался еще тиранозавр. Так, что, думаю, вот так вот мы, короче, сейчас и помчимся. Так, ну вот так давайте начнем. Кстати, да, что-то так, может, даже слабоватых я взял. Потому что противники такого же уровня, в принципе, как и мы. А это может вызвать опасения. Вот, кстати, на этого парнишку мы подменимся. Так, давайте начнем с Чарли. Так, орнитомим. У тебя же у него есть опережающий? Да, конечно же. Вот это он шандарахнул. Черт, блин, у него же иммунитет. Добил. Так, вот смотрите, как... Так, чё-то мне кажется, команда слабовата. У них же иммунитет, ё-моё, блин, а я тут со снижением урона вообще не канает. Я, ну, просто хотел бы сейчас вот подмениться, допустим. Защита от замен на один ход. Но тут удара нет никакого, к сожалению. И добил. Плохо дело. Так я троих не пробью, но следующего-то я пробью. Секадон, ты, у тебя иммунитет, черт тебя подери. Да, смотри, как они быстро разобрались. Ну да, у них удары с усилениями, а понижение урона рапторовское на них не действует. Конечно, не прикольно получилось. Так, ну что, время менять команду. Ну тут как бы даже нейтрализации как бы не пригодилось на самом-то деле. Так, кого будем брать? Из таких вот, чтобы, ну, кого, кем мы давно, допустим, не сражались. Дилоса оставить, может. Вот рапторов надо убирать. Они как-то не пригодились. Раджакила. Так, ну, тебя давай возьмем на всякий случай. Алосинка есть. Горгазух есть. Давай вот тебя возьмем. Ну так. Помчались. Проигрывать нам больше нельзя. Черт, тут целых 5 этих есть. Еще 5 боев. Так.
Но опять же, блин, ну да, не подходит, не подходит, не подходит. Ну, че, попытаться взять еще разок вот этих ребят. Давайте вот так вот как-то попытаемся. Я не пытаюсь взять, естественно, самых сильных, я пытаюсь просто взять разных динозавров, да, и просто по интересу посражаться. Так, кто мне тут пошустрее? Ну, вот эти только, ребята, 127. Давайте Дилас попробуй. Это последняя попытка своих лафозавров отстоять. Ну вот, с уклонением мы сейчас разберемся. Но он как бы и так, парнишка, силен. Вот, сейчас и пробьет, да? Ну, практически. Так, ну так бы было бы неплохо, да, вот сейчас подменился бы там на кого-то. Ну, давай ты. Попробуй. И с всякими дилофазаврами на лафазаврами мы, походу, сейчас закончим. Потому что этого мы потеряем. И хана. Ну, конечно же, еще и кританул так не кисло. Ну, берем кого побольше. Мегалозух, кстати, он, да, тоже неплохо. Может, там... Так, какой из них удар держится ближе? Шанс критического удара плюс 40, атака полтора на 3 хода. То есть следующего, в принципе, он пробивает вообще по изичу. Так, это мелкая сволочь будет уклоняться. Но ху, контратака пробил. Молодец. Кого? Кого? От кого ты атакуешь? Он решил. Вот, и подождите, вот, то есть он проатаковал и в никуда ушел этот удар. То есть контратака не последовала. А, точнее, она последовала на труп. Короче, что-то не понял я. Ну, тут контратака добьет. Но еще кританул бы и убил бы. Он сквозь броню-то пробивал. Так, ну еще впереди 4 боя. Посмотрим, может, придется брать еще кого-то помощнее. Проигрывать не хочется. Награда-то, это же эпическая башня, ребят. Награда-то хорошая будет. А уровень противников-то наш растет очень даже быстро. Так, и походу Монастиготопсу, Стегоцератопсу уже здесь делать нечего. Надо, так, надо, блин, взять в команду кого-то очень сильного, четвертого брать на подстраховку. Потому что это нехорошо. Так, у кого здесь 126, 115, 106. Понятно. Начнем с Диларанозавра, но он похож не на Эрлифозавра из Jurassic World The Game. Так, Триастроникс появился здесь, который будет усиляться. Так, ну ладно, первый тогда вот такой удар. Черт, я его и запарализовать даже не могу. Валим. Блин, он крохотный. Блин, два косаря пробил. Да. Так, у нас есть опережающая броня. Но, скорее всего, сквозь броню будут пробивать. Ну, конечно, пусть и Метродон. У него удары сквозь броню.
Ну, тут надо линять. Ой, как больно. Больно, черт подери. А он еще и довольно шустрый, 124. Ну, опережающий паралич чисто так, чтобы пробить. Ух, ну пробили, но... Сейчас же и потеряем его. Блин, реально, да, крепкие ребята. О, Димитродон, а мне 20-й есть Димитродончик. Ну, здесь бессмысленно подменяться, все равно удар прилетит. Ну, давай еще. Твой шанс. А, это зря. Рановато я на него подменился. Ну, в смысле, он ничего не сможет с ним сделать. Ну, надеюсь, ты подменишься не на Раджа Килозавра. Ну, ладно. А перед смертью контратака бывает? Нет, к сожалению, не бывает. Можно было обратно на него подмениться, но как бы смысл. Пора уже побеждать. Надо брать более крепких ребят. Эпическая башенка прикольная. Тут сейчас мы до 20-го дойдем. А проигрывать нельзя. Решил я, короче, ребята, взять вот такую сейчас команду. То есть всегда буду брать с собой одного вот этого парнишку. Ну, чтобы он мог затащить, короче, когда надо. Хотя против Индоминуса он тоже как бы не затащит. Индоминус может пробить четверочку так. Ха, сквозь броню и щит. Надо было Интераптора брать 27-го, наверное. Так, ну начнем с шустрика нашего. Блюшка. Единственный наш эпический раптор. Ну, это у нас компьютер, он не особо там шибко использует. Так. С обходом брони, с обходом брони. Но все равно, да, это же обычный, блин, пробьет плюшку сквозь щит. Слишком мало жизни осталось. То есть это не был удар сквозь щит. У Индоминуса обычный удар сквозь броню получается. Ну да, здесь бы пригодился удар с нейтрализацией. Так. А у меня из этих ребят... Ни у кого нет же нейтрализации, блин. Ни у кого нет. Ну ладно. Еще и бьется довольно-таки больно. Контратака уклонился. Удар, ну там 50 же процентов. То есть следующий удар, то есть я должен попадать по-любому. Ах ты ж гад такой. Ну контратака добьет. Ну блин, не добило. А теперь удар. И против Секадонта щит, конечно, штука бесполезная. Так, 2-1. Давай, лосинка. Ой, двойной урон. Блин, кританул бы и убил. Так, опасненько довольно. Давай.
Че, зафейлились мы вначале так неудачно. Синапсиды, да, вот эти вот, все время забываю, как зовут семейство вот этих ребят, типа сигадонтозавр, диметродон, синапсиды. Давайте возьму, ребятки, такую вот команду, хотя она меня уже напрягает. Можно и пролить с такой командой. 20-й рекс тут не зарешает. Потому что ребятки бьют больно. Ай, блин, а... ну что же я так вот это... кровотечения не будет. О, ну кританул, повезло. Но мы довольно шустрые, то есть мы сможем и сейчас еще продамажить. Но это все существа с иммунитетом, абсолютно все без единого. Так, ну давай. Ай, блин. Это же удар. Битва родственников. Да снимать нечего. Хана, походу, тебе. Но он, по-моему, критует неплохо. Шанс ко мне 5% слабо. Ах, ты ж так слабо, блин. И отгреб по полной. Ну, по идее, мы этого сейчас добьем, и у нас высокая скорость и будет усиление. Мы сможем еще неплохо следующего критануть. Ах ты, ё-мо, только на один удар было. Усиление. Ну, сваливаем. Хорошо, что есть удар с подменой, да? Но он бесполезный. О, контратака в косарь. Это был обычный удар, короче. Да, без пробивания щита, брони. А вот это уже будет больно. Крит, вот это криты раздает. Ой, Раджа Кила, ты мне нравишься. Анкитрозавр, ё-моё. Раджа Кила, не та история. Так, но следующий бой вообще будет жесть. Так, ребятки, последний бой. Вот такой вот он у нас. Так, подожди, разве у тебя нет нейтрализации снятия положительных эффектов? Ну, есть вот такой вот удар. Вот у кого есть. Вот тебя возьмем. Так, кого бы взять? Снятие отвлечения, нанесение урона, скорость, скорость. Что у тебя? Контратака неплохая. Ну а ударов как бы... ну, не знаю, давайте возьмем его. Ну вот так вот давайте, что ли. Для разнообразия сходим. Хотя это там, блин, там индоминус 21. Так, выберите существо. Шустрый гаденыш. Давайте попытаемся так пробить. А вот следующий удар я буду уже... а следующий удар ему 100% хана. Надеюсь. О, в притирочку! В притирочку, ребята.
Но мы шустрые, мы будем ходить первыми. Хотя это не точно. Давай вот с тобой, анкитрозавр. Опачки, не уклонился. Так, но это мы его занизить не сможем. Это если был бы Дейнахер какой-то или как там, кто мог себя усилить, было бы неплохо. Получи по щам. Косарик! Это неплохо. Это все урона не наносит. Это нехорошо. У него следующий удар будет с усилением, да? Но мы выживем и контратакуем. На тоненького выжили. Потому что этот удар был с усилением, но без пробития брони. Опять ты, да? Ты здесь снова. Ну давай. Давай, сыграем в прятки с ним. Ха, промахнулся. И все, и некуда деваться. Чао, какао. И у него исчезло уклонение. Ах ты гад. Так и смог сделать уклонение. Ага, это была сладкая месть. Блин, существа с иммунитетом — это штука неприятная. При том, что у них у многих удары очень сильные. Это больно. Двойной урон сквозь броню, там, например, или с усилением бабахнуть, блин. Неприятные противники. Ух ты, нам насыпали тут. И Секодонт. Ну а на этом, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.